Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы посмотрим на игру, которая называется Summoner Storm. Она мне почему-то напоминает игру «Поймай курицу, если сможешь». Но только там графика идет мультяшная, а здесь, ну, вот такая. Ладно, давай посмотрим, это у нас кто такой. Это у нас повар, видимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, он тут на меня, опа, наотправлял-то. Да на, типа, получите. Так, а это, я так понимаю, лучница. Выглядит она, конечно, не очень хорошим образом. На, в лобешник получил. Так, а вот это кто у нас? Копейщик. Вперед! На! Так, ребят, ну а вы в свою очередь можете написать комментарий, как вам эта игра. Зашла или нет? Ну, как ты понимаешь, это из разряда Tower Defense или стенка на стенку. Все, да выделывался чувачок. Первая наша победа с вами. И первый наш сундук. Дают нам 500 монет, 50 гемов. Мясник. То есть я могу его прокачать. И молния. Новый скилл, да? Хорошо. Угу. Добро пожаловать в свое приключение. Так, король, хорош бубнить. Мы будем сразу драться. То есть у нас есть карта, где мы должны с тобой покорять все новые и новые территории. Так, давай посмотрим. Надеюсь, здесь будет очень много новых персонажей. Ого, а как-то он трех лучников сразу. Давай. Все, нету больше лучников. Так, давай этого мясника. Отлично, завалили. Ну, мясник на то и мясник, ребята, чтобы быть танком. Он никого не подпустит к себе. Кстати, у нас, ребята, игра на английском языке. Жалко, конечно, что нет русского. А что такая база-то у него ватная? Смотри, три удара копейщицы было достаточно для того, чтобы ее снести. Просто как будто ее здесь и не было. Так, получаем еще сундук. Всего лишь 7 монет. Ага, это опыт у нас. Это молния. Вау. Локи. Раритетная карта, ребята. Это, судя по всему, какой-то минотавр, как я могу понимать. Ну что ж, давай смотрим. Мы с тобой приходим на следующую миссию. Опа, а у него-то, смотри. А у него-то кто тут? Значит, мне только минотавра. Ну, хотя он у меня раритетный, а у него обычный. Ладно, посмотрим сейчас, что это за ребятули такие. Вот это вообще как-то выглядит очень странно. Ну-ка, как ты выглядишь? Йо-хо-хо-хо-хо. С таким тесаком побежал. На-ка. О, ребята, да он крут. Он крут, я имею в виду именно по ударной мощи. Слушай, опа, опа, опачки. Смотри, какая фигня катится к нам. А ну-ка. Вот так вот. Чтоб не выпендривались, да? Ну, база, конечно, тут вообще ни о чем, ребят. Два удара, три максимум, и она рассыпается. Естественно, побед за нами. Я так понимаю, это все равно пока еще идет обучение. Опять мы с тобой получаем опыт. Гром. Это у нас орк. И вот еще S. Это тоже, ребята, орк. Она очень-очень похожа именно на поймай курицу, если сможешь. Вот серьезно тебе говорю. Но поймай курицу, если сможешь. Там очень сложно играть в нее. Очень сложно, друзья мои. Ну, посмотрим, что у нас из себя представляет орк. Ну да, один в один прям. Такой же вот с бочкой. Ага, ага. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Бомбим. Я могу, в принципе, молнию здесь активировать. Отлично. Побежали. Лучники, конечно, такие. Так вообще, что они горбатые какие-то. Не добежал этот охламон. Ну, мое, ребята, дело вам показать игру, а уже вам решать, стоит ли в нее играть или нет. Бамс, минотавр, конечно, крут. Но он ватненький, он по дамагу, конечно, будет здоров. Вообще, разруливает ситуацию просто на изи. Но по хпшкам, конечно, не особо хорош. Вот и все, база в хлам разлетелась, и мы с тобой, соответственно, переходим дальше. Получаем... После каждого боя сундучки. Опыт. Ага. Орка я могу прокачать. Молнию тоже могу прокачать. И Эза тоже могу прокачать. И я получил левел ап. Так интересно я выгляжу, блин, трындец.
Они мне даже почему-то не дают. Что? А, ну да. Я уже только хотел сказать, почему-то они мне не дают возможности прокачать моих персонажей. И вот они дали. Так, давай вот здесь тогда еще молнию прокачаем. На начальных уровнях это все, конечно, стоит копейки. Сущие копейки, ребята. Так что можно не переживать. Но тут, конечно, у него герои уже пошли первого уровня. У меня уже, кстати... Воу-воу-воу-воу-воу, парень. На-ка, бочку получи. Копейщика надо призывать. Пока шансов у врага нет. Ага, лучник он-то он. Так, ну-ка, Минотавр, давай. Бомбани тут. Конкретно. На-ка, ся выкуси, мелкий гоблин. А это еще что за чувак? Да, игру чисто слезали. На самом деле. Просто пародия. Вот никакой новой, как тебе сказать, даже механики не придумано. Все то же самое. Побили. Конечно, обидно, когда делают игры, похожие на остальные, на другие. Как-то не особо интересно в них играть. Что там? Принять? Нет, я откажусь. У нас, походу, всего лишь тут... Ага. То есть эта карта и следующая, да? Так, что у нас там по картам? Я могу прокачать себе копейщика. Естественно, я это делаю. А вот и персонажи. Хм. То есть я могу взять вот этого гоблина себе, да? Поймай курицу, если сможешь. Там хотя бы, друзья мои, есть перевод. Тут пока нету. Так, это фракция роботов. Ну да, все это и есть. Это фракция пиратов. Это я не помню, что за фракция такая. Фракция другого мира. Ничего себе. Ну ладно. Тем не менее, ребята, она достойна того, чтобы хотя бы на нее посмотреть и сделать какие-то определенные выводы. Пройдем с тобой, наверное, сегодня одну вот эту вот картишку. А дальше вы уже напишите мне в комментариях, будем ли мы в нее играть или же все-таки не будем. Так, копейщик, копейщик. Во-во-во-во, вот это он меня сейчас подловил. Молодец, молодец. Шаман или кто-то там. Шаман какой-то, ребята. А я тогда тоже его подловлю. На-ка. Бумс. Блин, какой он, а? Какой он... Там что еще за ползунок ползет? Там робот, ребят, какой-то бежит на нас. Давай, Минотавр. Ай-яй-яй, орк очень сильный. На! Готов. Блин, ну мясник мне нравится. Вот серьезно тебе говорю, мясник офигенный. В плане того, что он очень живучий. Крут. В игре «Поймай курицу, если сможешь», там вместо мясника была такая дамочка. А, нет, там был кузнец. Да, там был кузнец. И помнишь, там такая дамочка была со сковородками тоже. Давала джазу всем. Так, Эза мы можем прокачать. Сара копейщица тоже, в принципе, может прокачаться. Опа, и нам с тобой выпадает шаман. Я больше чем уверен, что этот шаман сейчас будет просто стреляться издалека. Какой-нибудь там штука, я не знаю, магией. 100% тебе говорю. Но для того, чтобы проверить, нам надо его взять. И он неплохо бы... Подожди, а где у нас тут? Секунду. Вот здесь, да, по-моему, это все делается. Сейчас мы посмотрим. Я же открыл его, если не ошибаюсь. Он должен быть открытым у меня. Сейчас посмотрим. Так, это используется. Вот. Вот он, шаман, друзья. Причем он тоже раритетный. И я думаю, что очень будет неплохо его поставить. Да, видишь, раритетный. Его будет неплохо поставить вместо копейщицы. Вот, я так думаю. Давай проверим. Все-таки старая школа, как говорится, дает о себе знать. И я просто вспоминаю прошлые свои... Так, подожди, куда? Ага, прошлые свои бои в другой игре. Так что шаман, это, естественно, ребят, нам пригодится. Дальники всегда ценились. Дальники, так, тихо-тихо-тихо-тихо, давай, орк. Посмотрим на шамана теперь. Так и есть, ребят, так и есть.
Ну, один в один прям. Один в один. Так, а он еще замедляет, когда взрывается. Тыдыч. Кстати, в поймай курицу, если сможешь. Мы давно с тобой не играли, очень давно. Надо бы, наверное, освежиться, да? Бабах, ну тут все на изи. Я просто помню, она начинается всегда вот так вот, на изи. А дальше будет жесть. Дальше ты будешь просто там психовать, орать. Так, монетки. Опыт. Ага. Мясник, С. И молния. Можно, конечно, брать двойные награды, но для этого тебе придется посмотреть рекламу. Ох ты, второго уровня. Я так понимаю, это стрелок, да? Ну, давай посмотрим, что он из себя представляет, этот стрелок на втором уровне. Или это копейщик второго уровня? Пока не понял, ребят. Давай с тобой дальников. Ах ты, ну Жульен, а ты посмотри, что он сделал. На! Да, Минотавр раритетный, конечно, это имба. Тут не поспоришь. Именно по дамагу еще. Во, это оказывается шаман, друзья мои. Видишь? Оттуплился. С удара? Он с удара снес базу, ты представляешь? Вот это он приголубил, елки-палки. Так, 7 монеточек. Тут опыт. Гром. Ага. И лучник. Ладно, пока никого прокачать не можем. Так, что там? Мне открылась арена и говорят, назовись. Ну-ка. Я назвал себя, как и назвал, Рэй. Арена, ребята. Арена у нас здесь. Давай посмотрим. Я так понимаю, это будет пока бот. Потому что, видишь, никнейма у него нету. Не, ну тут, естественно, надо. Мясника против мясника. Ой-ой-ой-ой-ой, он меня перехитрил. Этот сейчас будет бочки-то... Ай, наверное, сейчас жарить-то. Сейчас попробуем так сделать. Блин, а орк-то, оказывается, не такой ватный, как я хотел бы. Ну-ка, шаман, выручай. Бабах, сейчас расстреляем их издалека. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ух ты. Да на тебе. Да выпендривался, вот так-то. Да, тут еще мясничок у нас упал. На. Всыпали, всыпали мы по первое число. Двигаем, блин. Этот орк тут еще. Орк дамажит, да, и вот именно своим взрывом у него массовая атака идет. Ну вот, мы с тобой и добрались до этого охламона. Сейчас мы его, я думаю, разбомбим. Ну, здоровье у него приличное, это тебе не база. Да? Смотри. Держится. Но я думаю, все равно мы его сейчас тут запинаем. Ты посмотри, какая у меня тут армия уже выстрелилась. Там еще молнию какую-то бомбит. Ну что же. Моя награда, я получаю третий уровень, ребята. Ох, надавали-то, надавали-то. Континий. Или продолжить кампанию. Ну, ты видишь, да, статы наши повысились, то есть хпшки повысились и ресурсы повысились у нас. Поехали дальше, тут... Чего? Промокод какой-то. Непонятно. Да нет у меня никакого промокода, чего вы прицепились-то ко мне? Блин, давай-ка мы ее прокачаем. Лучницу, да? А на 10 уровне что там у нее открывается? Видимо, трэп-ловушка, да? Нет, орк-слейер. А здесь темпест, скорость атаки увеличивает. Ладно. До 10 уровня надо еще докачать. Что тут за эльфы? Или как их там, феи? Ну что ты, что ты, что ты? Вот объясни мне, как он успевает быстрее так вот армию свою сделать? Я не помню, у нас одинаковая вроде бы энергия. Должно, по идее, быть. Почему он быстрее меня в разы вызывает? Как это можно объяснить? Давай, орк, звездани ему. Хорошечно. Ну, блин, этот еще ползет, ты посмотри. Вон, 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 фея прилетел. Где она, фея? Фея, блин.
Один удар, и фея отдуплилась. Вот что я тебе хочу сказать. Не понял. Копечество, ты не припухла ли, а, случаем? Давай, давай, родные мои, стреляем, стреляем, стреляем в этого мясника. Ты что видишь, он же сейчас начнет тут. Почему у нас у всех срабатывает замедляшка? Я не, вот этого не могу понять. Фея, ты достала. Правильно, так ее. Ну все, базу мы сейчас распетрушим с тобой. Это и ясен перец. Ты сам прекрасно видишь, сколько там у нее здоровья. И пью, все. В хламину. В мясо. Так, деревянный сундук. Монетки, так, ну это понятно. Опыт. Опять S, что-то этот S выпадает практически с каждого сундука. Что это? Не знаю, ребят, что это такое, я отказываюсь. Ну что, девятая миссия, тут какие-то у нас паучки будут против нас. И опять же маг, и все уже практически второго уровня. Вот я тебе об этом, ой-ой-ой-ой-ой, я тебе об этом тогда и говорил, что начинается все с легкого, а потом быстро-быстро они начнут набирать обороты. Фига он там взорвался. Шаман, ты иди-ка отсюда, пожалуйста. Нервируешь меня. И мало того, что взорвался этот, он еще и отравил нас. Вот так-то. Пушка там какая-то стоит. Фига он там пасть открывает, у него пушка. Прикинь. Давай, Минотавр, еще один. Выбегай. Все, ему крышка, ребят. Даже шаман тут не помог, который был призван и танцевать там начал уже. Ну вот, совсем другое дело. Так, это опыт. Молния. Молнию я пока прокачать не могу. Ага. У него какой-то хмыреныш. Солдат Сэм. Солдат Сэм первого уровня. Но это у него раритетный боец, я тебе скажу. Уж насколько он хорош, я не знаю. Сейчас проверим. Начинается, да? Вот он, этот солдат Сэм. Минотавр, ты слишком быстро бежишь. Получится у нас с тобой... Да, по идее, должно все выйти. Шикарно. Он тоже применяет заклинание. Кстати, тут противник какой-то Минотавр у нас. Ну-ка. О, ты ему крышка, ребят. Ну, о чем тут вообще можно говорить? Ты посмотри. Сдулся парень. Так легко. О, золотой сундук. Монетки. Опыт. Молнию, кстати. И паладин. Ну, это вообще, ребята, эпическая карта нам выпала. Давай-ка я... Я еще могу прокачать? Я вот не знаю, стоит ли... Наверное, паладина лучше взять, а вместо кого? Вместо кого взять паладина? Вместо орка вот этого, может быть. Давай так, наверное, с тобой и поступим. Паладина в любом случае надо хотя бы посмотреть, что он из себя представляет. Идем сюда в карты. Ищем палыча. Вот он, да? Ох, нифига он... А поставим мы его вместо, наверное, вот этого орка. О, друзья мои. Палыч, конечно, да. Выглядит он очень сурово. Что же он и на самом деле себя представляет, не знаю. Будем смотреть, ребят. Офигеть, у него там, конечно, палится. Тыдыч, сейчас проверим. Вот, уже вижу, ребята, небольшое преимущество у него. Он может отбрасывать... противников. На тебе. Он отбрасывает противников. Вот так вот. Своей палицей. Медлительный. Да, не поспоришь. Ой-ой-ой, как быстро мне Минотавра-то уничтожили. Кто такой? Ой, вышел там какой-то хмыреныш мелкий. Да, и паладин довольно живучий, на самом деле. То есть, не хотелось бы против меня, чтобы такой вот палыч вышел. Распетрушил бы с полтычка. Так, гром и молния. И опять S. Они меня просто затравливают этим S-ом. Что там у тебя? Что там у короля? Но.
Ага, тут ачивки можно получить, да? И ежедневные квесты. Я тебя прекрасно понял. Но сейчас у меня... Да что ты будешь делать-то? Сейчас у меня... Ой, есть задание поважнее. Так, у него, ребята, появляется шаман. Пока тоже первого уровня. А вот что это за камень? Что это за кристалл там, а? Палыч, давай. Пошли. Блин, тоже вызову шамана. Ай-яй-яй, блин, как он меня подлавил. Блин, вот это меня, ребят, бесит. На. Не, палыч, конечно, это... Смотри, фиг пробьешь. Так, арбалетчик. Арбалетчик, лучник, ничего себе тут. Устроились. Да на тебе. Шаман. Шаман, нам сейчас тоже быстренько с тобой. Тыч. Опять замедляшка срабатывает. Я не понимаю, почему в радиусе в определенном. Кто там применяет это? Но я думаю, что мы сейчас запинаем там этих ребятулек. Опа, а что это? Смотри, смотри, видишь, какой-то кристалл стоит. Построили. Мне кажется, этот кристалл дает дополнительную энергию. Вот эту вот. Мне так кажется, я предполагаю, ребят. Не утверждаю. Ну что, как ты видишь, опять очередная победа за нами. Мы с тобой получаем ресурсы. Так, опыт. Блин, мясник скоро прокачается, ребят. Если таким темпом у нас будет все идти, мы его быстренько прокачаем. Так, здесь, опа. А у него, смотри, как кто. Такого мы еще с тобой не видели. Это какой-то викинг, может быть, рыцарь, может быть, гном. Интересно, а кто сильнее? Его мясник второго уровня или мой паладин? Вот как ты думаешь? Ай, вот это я зря сделал. Блин. Давай вот так вот. Опачки. Шикарно. Блин, ну Палыч, конечно. Ну, что, ну о чем говорить, ребята? Эпический персонаж, ё-моё, посмотри. Идет, идет медленно, но уверенно. Доходит до вражеской, как говорится, башни. Просто с двух ударов сейчас. Я офигею, да, имбовый. Такого перса, конечно, прокачать обязательно надо. Но на него, наверное, карточки будут выпадать очень и очень редко. Опа, я уже могу мясника прокачать. И пока все. Шамана. Ух. Слушай, ну сейчас в первую очередь, конечно же, и мясника прокачаем. И шамана. Я надеюсь, все у меня хватит. Так, давай соточку тратим, конечно. Нормуль. Так, и мясничка нашего. Нифига, 245 в плюсе. У него, блин, он, ребята, просто танк. Ходячий танк, его фиг пробьешь. У него столько хп, но это на данный момент. Что слишком круто. А потом будет призовой сундук у нас, да? Смотри, здесь какая-то, ребята, раритетное заклинание у него появляется. Раритетное. Давай-ка вот так сделаем с тобой. Окей. Выжил. Выжил таки, смотри, а. Сейчас хочу шамана призвать. Фея, ты достала. Ты видел? Это луч огня, друзья мои. Такой мы уже видели с вами. Ну, не в этой игре, а в поймай курицу, если сможешь. Не, им не резон вообще пробить паладина. Это... Вот я даже сам смотрю на него. Это просто вообще... Даже мясник по сравнению с ним просто отдыхает в сторонке. Фея, ты достала тут уже, а? А у нее способность, по-моему, телепортироваться, да? Прям в гущу событий, я так смотрю. Ну, на. Выкинули. О, друзья, второй паладин идет навстречу приключениям. Естественно, сейчас мы тут размажем. Все. Безоговорочная победа, ребят. Безоговорочная. Так, деревянный сундук, в котором, как всегда, ничего полезного для меня не будет. Молния, так, и лучница. Дайте мне еще одну карточку на паладина. Так, что там? А, вы можете создать, говорит, клан. Ёлки-палки, а тут кланов-то уже. Тут уже кланов-то, посмотри, сколько. О, ну, опа, даже легион. Ночной легион. Русский, кстати. Может, попробуем войти? Я парень Кирилл. Это задрот истины. Ну ладно, попробуем, ребята. Возьмут меня, не возьмут, не знаю. Мимопк, Сусанин, Блокроза, Зетман,
Хансман. Обычно я сам создаю кланы, ребят, но... Ага, тут можно за рекламку посмотреть. Вот оно что, да? 200 гемов было бы, я бы, конечно, купил бы карточку на паладина. Тут не обсуждается. Ну, посмотрим, возьмут меня в клан или нет. Поехали. Что тут у нас? Ох ты, у него, ребятушки, тоже появился. Это Кузя, понимаешь, это Кузя, у него второй левел. Ну, конечно, я тоже вызову. Так, и я вызову. Теперь, наверное, мы с тобой шамана позовем. Он, кстати, тоже вызвал шамана. Он сюда может молнию применить, ребят. А он так и делает. Так, ну что же, мы тогда тоже с тобой так сделаем. Такой деловой думает, что... Блин. Давай камина... О! А мясник может оглушать противника. Вот оно что. Сейчас мы его зам... Ты посмотри, какой он серьезно, он жесткий, ребят. Очень жесткий, очень мощный. Окей. Кто там у него? Шаман какой-то. Он тоже вызвал еще одного паладина, ребят. И еще вызову тоже одного паладина. Но Минотавр с паладином справляется, кстати, очень даже неплохо. Очень даже неплохо, я тебе скажу. Так. Блин, мясник. На тебе. Мясник боится магии, заклинания, да? Очень сильно. Ты малыш! Кричит он мне, прикинь. Ничего себе. Так, редкий сундук нам выпал. Гром. Одна карточка. Так, S. Не буду тебя прокачивать. Хантерс прокачаем. Сару копейщицу не будем. И Статикс у нас с тобой появляется. Тоже, ребята, раритетный. О, чувак. Великолепно. Ты получил свою первую анчивку. Где она? 50 гемов, отлично, спасибо. А мне нужно 200, чтобы купить одну карточку на паладина. Так, ну что, давай прокачаем, наверное, да? Лучника. Чтобы получить вторую звезду, это сколько нужно? 50 уровень. Ну что, давай посмотрим с тобой этого робота, которого мы только что получили. Он, по-моему, синий. То есть раритетный. Вот он. Все рарки, они должны быть прекрасны. Что он делает? Воркшоп? Атакует на 24. На 45. Ну давай я поставлю вместо лучника. Не уверен, ребят, что это лучший, конечно, вариант. Но посмотреть-то надо на него, согласись. Ох ты, у него там... Фига ты, парень. Кабаны у него там уже. Ну это наездник на этом вепре или как его там звать. Плюс вот какой-то рыцарь первого уровня. Ладно, давай смотреть. Видишь, он что делает? Он тоже вызывает, ребят. Он не дурачок. А если я вот этого... Кто ты? Что ты делаешь, интересно, вот мне знать. Ты, блин, сейчас серьезно? Трындец, блин. Я на самом деле думал, что это что-нибудь посерьезнее. Но это вообще ни о чем. Это вообще ни о чем. Так, арбалетчик, вали нафиг. Так, мясник, пора выходить. Не, лучше бы я лучницу взял. Ну что это? Ну это смех на палке, ребят. Хотя... Хотя вроде бы неплохо как бомбит. Просто на паладине вообще не было видно, чтобы он наносил ему урон. Мы будем честны. Вот лучше всего не призывать, ребята, еще в кучу. Сюда достаточно одной этой молнии, и они все развалятся. Поэтому потихонечку будем с тобой вот так вот вызывать. Ага. Идем с тобой крутенько. Мясника позовем. Все, крышка его базе. Бамс. В хламину там все сломали мы. Нет, что-то как-то этот... Не, он бомбит издалека, это классно, я ничего не говорю. Вот этот вот робот новый. Ну вот как-то урона я не увидел, чтобы было достаточно много. Может быть, пока еще он не раскрыл свой потенциал. Погнали. Так, ох ты. Это еще что за верзила? Мы уже видели, по-моему, такого верзилу, да, с тобой?
с четкой. Поп, что ли, я не могу понять. Похож на попа чем-то. Ну-ка. Что он делает? Что-то поп наносит серьезный урон, кстати. А ну-ка. Блин, этот шаман еще вызвался. Так, надо их там валить, ребят. А мне валить нечем. Ну. Так, мясник, пора выходить. Стоит там. На тебе. Ага, опять этот поп вышел. Опять этот поп вышел, ну-ка. Хоба. Ну мы распетрушим, понятное дело здесь. Все у нас получится, оглушение получил. Давай еще одного шамана позову. Е. Замечательно. Штормград пал. Так, коинты. Опыт. Так, Хантрес, она только вот у нас выпадает сейчас в последнее время. То S, то Хантрес. Нам осталось с тобой три миссии пройти. Вы оборзели, что ли? Ты посмотри, уже четвертый, пятый уровень. А я тебе говорил. А я тебе говорил, что так и будет. Они будут в офигенной прогрессии просто прокачиваться. Просто в офигенной. Да. Ну, влупим, наверное, да? А это что еще за... А это чувак-робот с пушки с какой-то. Так, замечательно. Давай вызовем этого нашего ханорика маленького. Минотавр крут, но именно в дамаге, еще раз повторяю. По хпшкам он, конечно, очень сильно отстает. Его могут разобрать с полтыка. Но если он ударит на опережение, конечно, противнику не поздоровится. Так, монетки. Гемы выпали, опыт. Опять этот S и Хантерс, все. Так, остается у нас, по-моему, две миссии, да? До супер-пупер сундука. Им только надо сюда паладина поставить второго уровня, и все, ребят. Моя команда здесь сдуется в мгновение ока, поверь мне. Естественно, паладин на паладин. Так, дальше Минотавра я позову все-таки. Давай, 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 главное не спеши. Ну-ка. Блин, а он взял этого, позвал, да? Ну, мы тогда тоже шамана позовем. Так, этот, этого-то еще тут не хватало, блин, выбежал. Эй-эй-эй, верзилу мелкого вали. Эти мелкие верзилы, они очень быстро разбирают наших танков. Не знаю, почему так вот сделано, но вот они вот такую, ребята, имеют способность. Видишь, сколько мясник получил урона. А ну-ка. Сейчас чувствую, сейчас сюда он молнию влепит. Че, у меня паладин еще упал, что ли? Ну да. Паладин еще упал. Так, может быть, мы базу с тобой забомбим? Нет, не забомбим. Давай, Минотавр, выходи. Тебя-то здесь как раз и не хватает. Давай, 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 родной мой. Бамс. Е. Да, очень мелкий, но сильный. Именно в дамаге он очень сильно критует. Ну вот, опять деревянный сундук. Что у нас тут? Опыт. Угу. Гром, которого я могу прокачать, но я не буду его прокачивать. И Хантрес, которую я пока еще не могу прокачать. Не хватает одной карточки, ребята. Так, что... Опа. Энд. У него, ребятушки, появляется энд. Великолепно просто. Интересно, кто сильнее, энд или мой Палыч? Вопрос века. Так, шаманом будем прикрываться с тобой. На. Блин, не знаю, ребят, что-то мне не нравится этот энд. А если вот так вот? Ёпарсеты, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, блин, мне даже никого поставить. Давай так вот, наверное, попробуем пока шаманами с тобой отбиваться. Да сдуй, энд, есть. Есть!
Маги, значит, неплохо энто бомбят. Это классно, это хорошо, ребят. Так, ну ты-то иди отсюда, бомжара. Бежит он тут. Мясник, давай. Ну, блин, он еще энто вызвал, а? Он еще энто вызвал, понимаешь? Ну, мы его сейчас быстренько с тобой магами забомбим. Главное, чтобы он заклинание молнию там не применил. А у него, по-моему, нету в инвентаре молнии. Да-да-да, у него нет, по-моему. Так что здесь мы его, наверное, сейчас и забомбашим. Давай этого мелкого робота еще позовем. Остановись, кричит Минотавр. Но уж мои ребята уже в кураже, как говорится, наваляли. Ух ты, золотой сундук. Опыт. Грома могу прокачать. Молнию. Лучницу. Ну неужели мне достался солдат Сэм? Ух ты, и статикса могу прокачать. Ёлки-палки. Охотник за головами. Вау. Ну нифига себе. Так. Открой, говорит, сундучок. 156 монет. Так, гром. Ух ты, палача могу. Ой, мясника прокачать. Хантрес. И шамана. И статикса. Окей. Оу. Открыта вторая глава. Угу. А я что-то еще могу, ребят, по-моему, тут забрать. Ага, 20 гемов. Чуть-чуть не хватает совсем, чтобы, ребята... А, 10 гемов. А нам нужно с тобой 200, да? 200 же стоит карточка на паладина. 200. Слушай, давай... Так, что это такое? Ага, прокачка. Что я делаю-то? Блин, я... Я не понял, я сейчас в данный момент покупал карточки, что ли, на этого? Слушай, давай я все-таки, ребята, посмотрю. Я не знаю, сколько тут можно, один раз или три раза. Попробую на паладина накопить. Да, друзья мои, только один раз можно посмотреть. Я получил 10 гемов, не хватает. Так, ладно. Прокачиваем здесь уровень. Кому еще можем? Ага, шаману. Это уже дорого стоит. Можем здесь статиксу нашему. Блин, а сколько, интересно, будет прокачка стоить на паладина? Я даже боюсь себе представить. В общем, как сказать, каждый эпизод состоит из двух карт. Вот, как ты понимаешь, первая, да, карта, вторая. Проходим это все, забираем сундук, переходим на третий эпизод. Как-то вот так оно все, ребят, работает. Может быть, тут есть все-таки русские? Нету нифига. Нету. Плохо. Ну что, дорогие друзья, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.